вот говно, сколько можно ждать этого релиза? Надоело уже через компьютер обновлять. Короче, чуваки, всем привет, это канал GameDop и игрушка Pokemon Go. У меня есть яйцо, которое выращивается очень долго. Здесь полюбасу будет бомбезный покемон. Я вам отвечаю, это будет самый бомбезный покемон. Сегодня офигенный день для ловли покемонов, и потому я уже достал свой любимый велик. Нужно его протереть. Бедняжка в пыли увесь. Вот блин, я в говно вляпался. Протираем его, чтобы блестел. У настоящего покемон мастера должно все быть на высшем уровне. Потому велик нужно тщательно протирать, чтобы он был чистый и красивый и блестел. Куски говна только не в тему на колесе. Все, велик готов, мобилка готова, я ее зарядил. Сейчас камеру кручу на велик и можно ехать. Ну не голодным же ехать. Все, поехали. Парализованная походка, но ничего. Спасибо, Рома, спасибо, замечательно. Поаплодируем Роме. Это был Майкл Джексон. Ну что, напомни, пожалуйста, Максим, выходи, пожалуйста, на сцену, да. Какой-то концерт. Я думаю, что тебе стоит развернуть кепку назад. Я объясню почему. Потому что тот артист, который выступает, он выступает именно так. Поэтому разверни, пожалуйста, кепку назад. Да, я тебе еще выдам реквизит, которым ты сейчас будешь пользоваться. Ну и, конечно же, раскачивать всех зрителей. Пожалуйста, твой белый микрофон под белые очки. Итак, ты сейчас будешь пародировать Eminem, Slim Shady. Поехали! Оба-на! Покемон! Стой! Тормози! Давай! Ну! Убей его! Поймал! Блин, такой ветер на улице, капец! Задувает микрофон по-любому! Сейчас, короче, катаюсь я по этим. Что-то пиликнуло опять. А, то Wi-Fi нашло. Едем. Короче, сейчас катаюсь, я собираю покеболы. Так, здесь нужно дорогу переехать. Так что лучше мобилку пока положить в целях безопасности. С одной рукой как-то ненадежно. Все, отлично, переехали. Ах, и на бордюр не заехали. Дрисля неудачная, даже на бордюр не могу заехать. Все, достаем мобилку и смотрим, где же наши покемоны. Так, где я? Я здесь. Вот блин, тут высокий бордюр, а не, я съезд вижу съезд. Покемон, блин. Нужно в проулок заехать, ну ради покемона можно и заехать. Ловим, он уворачивается, падла. О, поймал, все, разворачиваемся. И едем дальше.
Ненавижу ветер. Так, 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 так. Здесь можно покеболы собрать. Сейчас. Сейчас соберем. Стой. Не, нужно еще потихоньку. Все, стой. Храм какой-то. Короче, церковь. Так. И как уже по привычке в каждом видео, еду на точку паука. Это самая первая точка, которую я посетил, потому она у меня самая любимая. Поехали, бегом, ускоряемся. Тормози, 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 тормози. Паучок. Все, больше точек у меня на районе нету, где можно собрать покеболы. Теперь нужно покемонов искать. Беда, беда, беда. У меня, короче, кончился мобильный 3G интернет. Потому я приехал домой, сейчас, короче, поставлю приманку. Вот сейчас беру и ставлю ее. И темс. И вот такая штука типа приманки. Использовать. Все, сейчас вокруг меня будут появляться покемоны. Я их буду ловить. Приманка работает полчаса. За полчаса можно поймать примерно, не знаю сколько, покемонов 5, возможно, можно поймать. Так. Yes. Опа. Мимо. Опа. Попал. Он даже увернуться не успел. Попал. Раз, два, три. Па-бах. Па-бах. Пиджио. Пиджио. Это Пиджио. У меня такой покемон уже есть. А, не! Ну да, это Пиджио. Тихо, тихо, тихо. А ну, покемоны, покемоны. А, вот типа... Такой покемон. Это улучшенный Пиджио. Пиджио-то. Пиджио-то. Короче, как я уже сказал, у меня пропал мобильный интернет, потому я буду ловить покемонов на приманке дома. Кстати, в прошлом видео я спрашивал, что то за зеленые кустики, которые трясутся. Мне написали... Тем кустикам подходишь, на них кликаешь, и там, возможно, появляется покемон. Я кликал, 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 ничего там не появилось. Зато теперь я разобрался, как яйца выращивать. Вот, припустим, мое яйцо в инкубаторе, написано 5. 5 км. Чтобы яйцо выросло, нужно 5 км намотать. Если, припустим, вы каждый день ходите куда-то, там типа тренировка, школа, работа, институт, то для вас это не проблема. Так, ладно, ждем других покемонов. Что-то его колбасит, он бегает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Чё он бегает? Чё его колбасит? Стой на месте, лови покемонов. Ну чё, кончается приманка, теперь можно всех лишних покемонов, которых я наловил, их можно продать. Вот эта долбанная летучая мышь, очень-очень тяжело ее было поймать. Я столько ушатал в ее покеболов, штук 10 на каждую. Пипец, что так тяжело было поймать ее. Итак, зубат у меня есть 23 сила. И 10 сила. Значит, вот это мы продаем. Так, опускайся вниз. Оно с каким-то... А что он не опускается? Что за прикол? Как его... О, наконец-то. Так, продать. Yes. Так, что еще продать? Ротацию продаем. Это самый частый покемон у меня на районе. Их просто куча. Продать. Так, что еще продать? О, еще у меня два червяка, видели? Продать. Все, по идее,
Остальных покемонов у меня только по одному остались. Их я продавать не буду. Интересно, я никого не смогу сейчас улучшить? Нет, не могу. Нет, не могу. Нет, не могу. Нет, наверное, слишком мало я наловил покемонов, чтобы у меня хватило бы кого-то улучшить. Ладно, ребята, на этом все. Всем, кому видео хоть чем-то понравилось, ставим лайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.